Чат, если у вас лагает YouTube, ролики дублируются на Дзен. Ссылка будет в описании под видео. О, Гранта этот работает, там у нас босс. Это, можно, это кстати, курва меня два раза подряд убила. Сбегать можно к ним, пулемет достать понадобится. Да, прям прессуют они там кого-то. М? Нестабильно. Блять. Это что было? Что это, блядь? Горностай какой-то стреляет где-то в парке. 107. Перед нами? Перед нами, пробежал направо. У него не будет звука нас. Влево пробежал уже. Где-то вот тут за пригорком. В куст сел. Убил. По-моему, это не горностай. Сейчас я патрончики закину, за что я думаю. Осуждаю. Что? На всякий случай. Не горностай. Что такое? Не горностай. На всякий случай осуждаю. Еще кто-то бегает. Ты я, наверное. Не-не-не, там дальше, справа. А, это вот. Так, я скорый. Где, возможно, по нему пытался кабан как раз прострелить. А, он не, калаш глушеный. Слышишь, стреляет? Нет, не слышу. Слева, там автосалон. Точнее, кафешка какая-то. Слева от входа в Lexus. Вот, слышишь, стреляет? А, вижу, пашка у него торчит там. Ага, бежит. Сейчас будет перебегать в Lexus. Забежал. Один. Блять, нахер он по мне стреляет, сука. Бля, ботик, за что? Так, я погнал. Чел до сих пор не зашел. Убил его. Там же второй. Влево перебежал обратно. Вижу, убежал. Убегает влево. Готовлю грену. Стоит там. Не вижу. Убил? Убил его. Бля. Кабан, ну за что? Какой-то хейт чувствую от кабана. Так вот это вот и убил. Идем. Сейчас надо будет быстро зайти. Идешь, нет? Иду. Давай, мне сейчас грена кончится, блин. Отпугивать их от пулемета. А что делать надо? Забежать вместе со мной. Давай, забегай. Все, сейчас они будут пытаться за пулемет сесть. Кстати, картотеки надо лутать. Сказали, картотека пиздец лут. Здесь? Угу. Вот в этом доме. Посмотри на пулемет. Я перепакую быстренько магазинчики. Я там видел кого-то, я хз где он. Ира, тут дяденьку я взорвал, убил. Тут силач. Девять пятые патроны, ё-моё. А кто это? Может, стример какой-то был? Даже жетон с него не взял. Посмотри же этот, я сейчас посмотри жетончик, типа. На пулемет глянь. Да-да. Нет, 25 уровень, какой-то бомжара. Садится! Ага. Че? Это этот, скорее всего, жирный бежит. Нет, этот жирный не бегает. Это снайпера сверху орут. Охранники. Бля, нихера у него там. А ей дам. Послушаем, где они там прячутся. О, слышь, орёт. А чепка за него дает, если когда много? Да. Где он? Слева в автосалоне. Сука, ёбали, нахуй!
успел? Так, справа чисто. Пойдем. Кто-то ходит еще. Снайпер, походу, опять орет. Нет. Убил. А че, убил? Граната! Живи. Убил? Все, походу, один кабан остался в автосалоне. В гаражах, точнее. Да, да. Будешь убивать его? Ну, ты бегаешь там? Его. Это я, да, с противоположной стороны. Надо кинуть Грену, он заорет. Пока будет от нее убегать, ты его убьешь, понял? Я хер знает, куда-то туда, вдаль. Да, да, так и надо. Просто кидаешь туда и все. Есть. Все, найс, отлично. ПКМ у него, посмотри, или ПКП? ПКМ бы я бы забрал. С вашего позволения. О, аспект и Lexus. Ключ от закрытой секции автосалона. Вот, секция, я же говорю, закрытая секция. А. Вот он квестовый. Его спрячу под сумок, потому что у меня второго ключа нет, именно от директора магазина. Сейчас я второй раз пойдем, надо будет открыть. Там квестик забрать. Бот может на минах подорваться. Здесь, короче, надо заранее прыгать, ты же в курсе, да? Что персонаж, как додик двигается. Я не знаю. Да тут вот выход на стройки у нас, дойти бы сюда просто. Зачисти, опусти забрало, зачисти там от ботиков. Не могу. Нету ботов? Где комната? Идем, идем, идем. Сюда. Походу у меня-то нет еще. Вот. Что, у меня тут что-то забирает? Так, а что тебе забрать-то надо? Вот тут в комнате. Еще один ключ, видишь, надо заюзать. И вот в этой комнате уже... О, кто-то идет. И вот тут забрать флешку. Желательно выйти живым теперь. Ты забрал, да? Да-да-да. Куда ты? Куда я свалил? Сзади тебя, сзади тебя. Кто-то сзади нас. Не ходи, не ходи, не ходи, не ходи, не ходи, не ходи. Там тут сзади нас ходят. Пойдем отсюда. Готов идти? Да. Выбегай, да, в банк, я сейчас поставлю мины, когда выйдешь. О, мне сюда, вот в этот банк надо. В этот банк? Походу, да. Потому что там этот аудит. Там по-любому люди шарахаются. Сидят, точнее, не шарахаются, а сидят. Потому что там два этажа картотек. Они там сидят и лутают их. Когда слышат, когда кто-то подходит, они просто замирают и ждут тебя. Давай пройдем-ка. Ты бегаешь? Тихо. Нет. Нашел. Бил. Вот, пожалуйста, бля. Я и говорю. Это ты был? Кто-то еще пробежал. Ты идешь, нет? Я у тебя в подъезде. Я понял, понял.
теперь отсюда опасно выходить. Наверное, придется выйти вот отсюда и прибежать через перекресток. О, FPS еще прощай. 50 прям. Ой, это что было? 42 FPS. Давай тогда через перекресток. Знаешь же, где этот по трамваям туда пролом? Кто-то идет? Бежит по дороге. Чевок! Убил? Чевок, чевок, чевок. Двое! Блять, двое! Одного убил. Хорош. Его бот стреляет. Убил. Хорошо. Спина! Убил. Берешь? Блядь. Хорош. Закрою дверцу. Это кто? 48-й, ёшкин кот. Багарий. Каска забрала. Хорошо, что я с вектором. Там такие хлопцы, да? Те тоже вроде нормальные были. Да-да-да, там нормальные тоже. Опа, че это такое? Фаер кто-то запустил, походу. Еще, кажется, дверь, да. Где? Со двора тут боты ко мне без перерыва идут. Тебе флешки надо? Тебе надо во все магазины зайти в продуктовые. Я на выходе. Фух, блин. Хорошо, что вектор реально был. Хорошая броня у типов. И лицо закрыто забрало. Ну, а это кто на 8-й минуте? Я жетон с кого-то не взял, что ли? Подожди, может, я кого-то гранатой взорвал? Я растяжкой кого-то взорвал. В конце? Нет. Во время файта кто-то подорвался на растяжке. Кто-то в Лексус, походу, зашел. С той стороны. Я же там ставил растяжку, помнишь, внутри? Я ее поставил и сказал, что типа надо уходить. И кого-то я подорвал этой растяжкой. Не, я слышал чат взрыв, просто это могла быть мина. Мог кто-нибудь просто кинуть гранату внутрь, чтобы чекнуть там кабана. Их осмотр, вот он. 30 тысяч опыта. Оу. Ай, блять, крафт 855А1. Крафт, конечно, такой себе. Если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.